какие-то внутренние эмоции возникают, когда вот так надо? Или уже привык? Нет, нет, это как перчатки одевать или как на велосипед сесть, поехать. Это, ну, как утром почистить зубы. Это входит в привычку настолько, как пиджак снять, одеть. А дети? Они этого не видят, они этого не знают, потому что когда я приближаюсь к своему дому, я превращаюсь в нормального человека, я меняю все свои паспорта, все свои адреса. И что, так вот каждый раз? Ну, что делать? Что ж делать, а? Обещал или надо? Да надо, ну надо, надо. Я терпеть не могу эту самую мерзость. Знаешь, как в шапке в такой отвратительной. Когда я выхожу за ворота, то у меня другой паспорт, у меня другие номера на машинах. Это все меняется. Другие пистолеты в моих карманах. В Берлине и в Москве, на Украине и в Израиле. Мы встречались с высшими чинами Генерального штаба и военной разведки, с физиком, делавшим когда-то атомную бомбу для Гитлера, и известным политиком Германии, с правнуком Бисмарка, сбитым под Сталинградом, с фронтовиками, с советскими диссидентами. В последний съемочный день в павильоне, где завершалась работа над фильмом, состоялась необычная пресс-конференция. Человека, ради которого собрались несколько десятков журналистов, в съемочном павильоне не было. И не должно было быть. Его не было вообще в Москве. Мы даже не знали, где он находится. Где-то в Англии. Он должен был сам позвонить нам в назначенное время. А пока нетерпеливые наши коллеги с интересом присматривались к человеку, который, несмотря на свою внезапную и шумную известность, оставался загадкой. Они впервые видели его на экране. Предателей, таких положено убивать даже до того, как они еще убежали. Я написал такую книгу, которую никто из русских издателей здесь на Западе не решился опубликовать. Это книга моей жизни. Из-за нее вообще-то я бежал, из-за этой книги. Поэтому я ничего не боюсь. Смотрите на меня, убивайте, но читайте мою книгу. Книгу прочли миллионы. Одни ее приняли с восторгом, другие столь же яростно отвергли. Но личность самого автора, укрывшегося под вызывающим псевдонимом Виктор Суворов, так и оставалась загадкой. Здесь больше 100 моих коллег, журналистов. Мы в павильоне, который из себя представляет кабинет Сталина и кабинет Гитлера с реальными вещами и очень похож на обложку вашей книги. И если вы полны решимости отвечать, то мы приступаем к делу. Прежде всего, я приветствую всех, кто присутствует в этом зале, и я готов отвечать. Господин Суворов, скажите, пожалуйста, почему, как вы считаете, в Германии относятся отрицательно к вашим выводам? Какая-то инерция, и Германия чувствует свою вину. И, видимо, когда они читают мою книгу, они считают, что я говорю что-то, восхваляю фашистов, хотя я этого не делаю. Хотите ли вы продолжить работу над своими книгами здесь? Мне бы хотелось завершить свою работу, если бы мне, допустим, разрешили допуск к архивам. Я знаю, какие архивы, я знаю, какие фонды, то это было бы высшее счастье для меня. Но осталось дело еще за одним пустяком, чтобы вас помиловать. То было гораздо больше людей, которые совершили больше зла для России, чем его совершил я. Когда их будут судить и прощать, вот тогда пусть прощают и меня. Когда вы начинали свою особую советскую карьеру, когда поступали вот в эти, так сказать, элитные закрытые учебные заведения, вы всерьез верили в доктрину вот нашей великой страны? Или вы, так сказать, ну как-то хотели просто попасть за рубеж? Простите меня за себя. Я был карьеристом самых чистых кровей, понимаете? Попасть за рубеж мне хотелось, конечно. Вот. Но у меня были гораздо более глубокие стремления.
и амбиции. Мне казалось, что механизм чуть-чуть разболтан, что надо людей виновных стрелять почаще и так далее. Так вот, мерами полицейскими Россию не спасти, потому что все упирается в экономику. Полицейского решения в экономике нет. Вы ушли на Запад, как вы несколько раз повторили. Вы живете там уже достаточно долго и, в общем, неплохо, хотя и трудно. Но вы выпускаете книги, вы преподаете в каком-то учебном заведении. Скажите, в конечном итоге вы выиграли или проиграли? О, конечно, я выиграл. И я сейчас разобрался, и совесть моя чиста. Поэтому я чувствую себя победителем. Я чувствую себя Суворовым. Но эта победная точка в конце нас не могла обмануть. Мы-то знали больше. Уже несколько лет мы занимались судьбой бывшего советского разведчика Владимира Резуна и знали цену этой браваде. Его бывшая родина, Советский Союз, приговорила его к высшей мере наказания – дважды. Так, по крайней мере, утверждает он сам. Дважды – это интересная история. Я сам удивлялся очень-очень долго. Первый раз – это понятно. Это я изменник Родины, я предатель. А второй раз за книгу «Советская военная разведка» был второй смертный приговор. Но там не разобрались, что Резун и Суворов – это одно и то же. И поэтому Резун имеет смертный приговор и Суворов. Но я-то одна живая душа, поэтому два висят вот на мне, как погоны. У меня много друзей по одному вышаку, но вот так, чтобы два я уникален. Два смертных приговора одному человеку? Если они и были, то этот юридический казус так и просится в книгу рекордов Гиннесса. Я в камере смертников никогда не был. Но один мой друг хороший, он был в камере смертников и провел там много времени. И он рассказывал, как в камере смертников вот их двое сидят, и как ночью идут люди по коридору много. Когда один идет по коридору, то тогда не страшно, потому что это понятно. Мы понимаем, что и два идут по коридору, а когда их много. И вот они открывают эту камеру, я через это не прошел, я могу только это представить. Да даже, наверное, никто не может. Они открывают камеру, они заходят и говорят другому человеку, который не помилован, говорят, и ты помилован. Он говорит, да нет, вроде же, да нет, ты помилован. Собирай матрас, и выходи. И вот он скручивает этот матрас, он берет этот матрас и выходит, открывается эта дверь. Он выходит в эту дверь, а в двери там уже кто-то стоит, ну, просто ставят. И он с матрасом, он же не видит, что ему ногу ставят. И он падает на матрас. Это так отработано все. И тогда руки ему назад, мячик ему в рот, и его уже поплатили, чтобы он не орал. Почти 20 лет этот человек живет между смертным приговором и казнью. Уже и дети выросли. Все 20 лет он находится под опекой спецслужб той страны, которая предоставила ему политическое убежище. И впервые он решил нарушить предписанные ему строжайшие правила и предстать перед телекамерой в нашем фильме. Много лет он ждал этой возможности. Он поставил нам только одно условие – дать ему высказаться до конца. Но, очевидно, существует какая-то структура в Комитете госбезопасности или где-то еще, которая должна реализовывать этот... Вы вот знаете эту структуру? Да, я знаю, да. Здесь, в Лондоне, убили Георгия Маркова. И кто-то у нас получал болгарские ордена. А кто? Ну как же кто? Это Калугин получал. Вы его клиент? Я его клиент, да. Этот странный разговор происходил в Англии, в доме бывшего советского правозащитника Владимира Буковского. И там же, из телевизионных новостей, мы услышали об Олеге Калугине. Итак, бывший генерал КГБ Олег Калугин когда-то по приказу своего шефа Андропова организовал убийство жившего тогда в Лондоне болгарского диссидента Георгия Маркова. Какой-то прохожий ткнул в него зонтиком, в который была вмонтирована капсула с ядом. Вот на этом мосту. Как только Калугин оказался в Лондоне, его арестовали. Выбор был прост. Либо признать свое участие в убийстве, либо отказаться от всего под присягой. Генерал выбрал второе и был отпущен. После шумной пресс-конференции о нарушении прав человека в Англии, устроенной отставным генералом, мы встретились, чтобы поговорить о судьбе его бывшего клиента. Управление К, которое я действительно возглавлял,
занималась отслеживанием дефекторов или предателей, выискивала их в различных странах, устанавливала их место жительства, а дальнейшая реализация вот этих или приведение в исполнение приговора, это уже было дело не управления внешней контрразведки, этим занимались другие. Ну, обычно, насколько мне известно, такая практика исполнителей, она возлагалась на специальное управление КГБ, где находили свои подходы, как решить эту задачу. Дело в том, что в старые времена все сотрудники разведки, будь то КГБ или военные, если они совершали преступление, тем более такое, как измена родине, шпионаж, они в отсутствии, их дела рассматривались в военном трибунале, и они, как правило, я не знаю исключений, приговаривались к смертной казни. И в этом смысле, я думаю, Резун как раз подпал под эту категорию лиц. Я знаю, я помню о его уходе. Я должен сказать следующее. Это просто любопытно, потому что, по-моему, никто этого не... или почти никто этого не знает. Теоретически, всегда одна и та же схема. Человек осуждается трибуналом, приговаривается к смерти, и дальше вопрос приведения в исполнение на любой территории. Два смертных приговора. Прошло много лет. Да, он живет под охраной. Да, он живет не в Лондоне, Лондон для него закрытый город. Он ходит по реке в очках. Но я не верю, что ваши бывшие коллеги не дотянулись до него. Почему не реализован до сих пор приговор? Нет востребованности? Дело в том, что в старые времена, когда я работал в разведке и занимался по этими проблемами, найти человека такого типа, как Суворов, было очень нелегко. Их прятали спецслужбы, они скрывались под чужими именами, они носили парики. И само по себе розыск – это исключительно сложный, длительный процесс и не всегда успешный. Хотя я бы не советовал ему возвращаться в Россию до тех пор, пока он не получит точных заверений, что с ним ничего не будет. Говорят, бывший генерал КГБ Олег Калугин живет сейчас недалеко от Вашингтона, участвует в издании аналитического журнала «Разведки». Вместе с бывшим директором ЦРУ Уильямом Колби создал компьютерную игру про КГБ. Не бедствует. Не знаем, стал ли он гражданином США, но вообще-то Америка не слишком жалует генералов КГБ, даже если они и стали борцами за демократию. А Владимир Резун по-прежнему где-то в Англии. Строго выполняет инструкции тех, кто отвечает за его безопасность, ходит в парике, ну и, конечно, пишет книги. Ты спишь? Мам, я просто хочу сказать, что там идут, когда плохие публикации, это хорошо. Не, письмо хорошее, очень хорошее письмо, да. Мам, смотри, что я хочу сказать. Вот был такой Чарльз Дарвин, да? Да, вот. И он написал книгу, что вот люди произошли от обезьян. Да, вот. И все начали кричать, нет, нет, ты дурак, это так не могло быть и так далее. Вот, если бы все сказали, да, да, так произошли от обезьян, никто бы не знал никакого Чарльза Дарвина. А от того, что все стали скандалить, кричать, называть его дураком, он стал знаменитым. Ты согласна, да, мам? Вот, когда начинают там писать в «Правде», в «Советской России» всякие мерзости про меня, ты этому не верь просто. И знай, что... Нет, ты можешь верить этому. И знай, что это очень хорошо. Это чудесно. Мам, ты согласна, да? Вот самое страшное, когда здесь, в Англии, вышла книга, и никто про нее ничего не говорит. Вот это плохо. А когда все кричат, что ты дурак, ты дурак, ты дурак, значит, я кого-то задел, за живое, значит, они реагируют. И это хорошо и для меня, и для всех. Тогда книгу начинают читать. Ты согласна, мам, да? Согласна. Как Саша там чувствует? Но правильнее эту историю было бы начать с лета 78-го года, когда, взяв с собой жену и двоих детей, ушел на Запад сотрудник советского посольства в Женеве
дипломат невысокого ранга и кадровый военный разведчик Владимир Богданович Резун. Видимо, этот уход считался чем-то очень опасным. И я ушел из главного разведывательного управления не из КГБ. И за многие годы такого человека на Западе не было. Сейчас, конечно, ГРУ старается играть так на понижение, что он мало знал, он... Ну, простите, тех, кто мало знал, в Женеву не посылают. Все-таки это столица. Я был молодой, это да, но я работал в столице шпионажа, в самое главное, не в Вене, а в Женеве. И когда начальник ГРУ говорит, что я выдал каких-то людей, так я говорю, назовите тех людей. Если они уже сидят в тюрьме, был суд и так далее, назовите их. Никто этого назвать не может. А я вам покажу. Вот эта вот книга неизвестна здесь у нас в России. Вот эта книга «Внутри военной разведки. Виктор Суворов». Издана в 84 году. Через 6 лет. Это единственная книга Виктора Суворова, которая осталась неизвестной русским читателям. Но в ГРУ ее читали очень внимательно. Генерал Павлов поначалу даже не хотел выпускать ее из рук. Вот 200 человек руководящего состава и оперативного состава офицеров главного разведывательного управления, которых он продает. Кто был прав, ты или Павлов? Прежде всего, каждый мой друг, когда открывал эту книгу, сразу, конечно, искал свою фамилию. И этой фамилии не находил. Тот, кто известен на Западе, они в моей книге. Новых там нету. Это было послание туда. Я не говорю лишнего. Это послание было в ГРУ понято правильно. И мои друзья продолжали работать. И еще, самое главное, ведь сдавать не этих друзей, а сдавать агентуру, то есть иностранцев, которых мы вербуем. Когда нашего человека здесь берут, то самое страшное, что с ним бывает, его могут выгнать. Все. А если того берут, тому могут посадить на очень долго, на 30 лет в Англии за шпионаж. Вот. Это совсем другое. Кого посадили? Кого посадили из-за меня? Вот. Вот. Значит, спишь спокойно в этом смысле? Сплю спокойно. И могу в картину включать полностью. Да, пожалуйста. Он утверждает, что вот за эту книгу он получил второй смертный приговор уже как Суворов. Для Вы меня, слышали, да? Для меня, я слышал. Для меня это звучит, так сказать, чепухой. Могли там юридические ошибки есть, но сам факт, что изменник во всех странах, во все времена жестоко наказывается. И в этом отношении, я думаю, с него хватило бы и одного смертного приговора. Но он был. Он был, безусловно, и заслуженно был. А второй? Так, ничего не слышали? Я ничего не слышал. Может быть, это его фантазии, может быть, еще что-нибудь. Нас это, как говорится, уже... Вообще, я никому не советую попасть в эту ситуацию. Никому. Денег за это больших не платят. И за этих 30 серебряников продавать родину не стоит. Я бы служил и был бы хорошим офицером, может быть, отличным офицером, и боролся бы за этот режим, который я ненавидел, но я бы боролся. Но гораздо раньше, когда я был в Чехословакии, в 68-м году, когда я туда въехал на танке, со стыда я сгорал. Если бы у меня тогда была возможность уйти, я бы ушел. Мне было стыдно за ту работу, которую я делал в Чехословакии. Если бы меня послали в Афганистан, то я бы ушел из Афганистана. Ушел бы. Мне было бы стыдно делать ту работу, которую мы делали там. Нет. Он ушел не из униженной Чехословакии и не из сожженного напалмом Афганистана, а убежал он из тихой, благополучной Швейцарии. И все, о чем мог мечтать советский человек, у него было. Зарплата, квартира, заграничная командировка. Сделал бы хорошую карьеру, может быть, стал одним из героев невидимого фронта. И вдруг такое. А если бы поймали? Это как самоубийство. Не может человек раз решился и там прыгнул с какого-нибудь небоскреба. Нет. Это может преследовать его мысль всю жизнь. А потом есть какой-то момент, раз, и он решился. И вот был момент, когда режим сказал, а ну иди сюда. Ты не виновен, но ты попал под эти самые жернова. В былые времена эти самые жернова
перемололи немало жизней. Но если бы речь шла только о них, не было бы этого фильма. Нет, в том 78-м было еще нечто, о чем он не решался сказать никому, даже самым близким. Ты и не поняли бы его тогда. Меня всегда удивляло, почему у нас военная тема не то чтобы запрещена, но как-то она урезана. Как-то нам не так объясняют, как началась война. И мне давно хотелось написать книгу о начале войны. И вот я, молоденький офицер, попал на чешскую границу в 68 году. И мы ждем в лесу один день, другой день, третий день. Обшивели все, уже хочется и в баньку там. И... Ну, какая-то определенность, идем или не идем. Не идем. Одна неделя, другая неделя, третья неделя. И вдруг один вечер. Появляются там такие эти лесные дороги, огромные машины. «Урал-375». Появляются, открывают борта и вываливают хорошие яловые сапоги. Тысячами, сотнями тысяч. 8-я танковая армия перебывается. 13-я армия. Армия, не дивизия. В дивизии 10 тысяч человек. Армия 4-5 дивизий. Перебываются все. Там кричат: старшина, сколько у тебя? 200 человек. Вот, бери кучу там. Никто не разбирается. Без... Опа, мы начинаем думать, да? Собираемся, ребята, пойдем. Ну, наша родина, она же не даст просто это самое кирзута своим сыновьям, не сменит, так, за здорово живешь. И следующий день мы пошли. И вот в тот предпоследний день перед тем, как пойти, перед тем, ну, мы уже знаем, что мы пойдем, решили выпить немного, молоденькие офицеры, заходим там в какой-то кабак, начали выпивать, все. И один старый дяденька говорит: а ведь все как в 41-м году. И вот это меня прокололо. Я говорю: как в 41-м году? Он говорит: так переобулишь Красную армию в 41-м году в сапоги. Как? И вот это меня, вот после того момента я потерял покой, я потерял его. Когда я учился потом в академии и имел доступ к этим самым материалам, я нашел, что на западную границу было вывезено 8 миллионов пар кожаных сапог и там брошены. Эти сотни тысяч бойцов Красной Армии так и не успели в июне 41-го примерить припасенные для них кожаные сапоги. Они не наденут их уже никогда. Когда я был в Академии ГРУ, в Шпионской Академии, была возможность смотреть секретные документы, совершенно секретные документы, работать в архивах. И вдруг передо мной открылось то, что я в себе носить не мог. Это горело во мне, это разрывало меня. Меня в Академии учили искать признаки агрессии. И когда я собрал вот это все... То есть все в 41-м году было готово к тому, чтобы идти вперед. Готовилась агрессия. Это страшно, дико звучит. Я понимаю, что сейчас люди смотрят эту передачу. Сейчас начнут все кричать, и ветераны начнут бросать сапогами в телевизор. Но прочитайте книгу. Я это все доказываю. Я всю историю переворачиваю. Но самые жестокие эксперименты я вообще-то ставил на своем отце. Он был 4 раза раненый, тяжело контужен. Я его сделал отцом предателя. Как он с этим жил, я не знаю. Я ему дал эту книгу прочитать. Сказал: ты воевал. Ты думал, что это Великая Отечественная война. Нет доказательств. Не было такой войны. Не было. Это была агрессивная захватническая война. Мы начали ее. Мы.